тоже же еще место для отдыха, для остановки ночи. Среди дней, ну, в полдень, скажем так. Часовые. Ну, и всю ночь. Ночь, да. Это неразумно. 12 часов дня. Я прям летела, а это неразумно. Потому что встречные автомобили, там есть уставшие люди. Они могут тоже тянуть в сон. Особенно в 3-4 часа утра. Да. Очень опасно. Да. Это раз. Во-вторых, ночью нет гаишников на трассе, поэтому могут ехать дальнобойщики вот с покрылья, это сплошь и рядом. Да, постоянно. Вот, мотель «Уют», там кафе «Три семерки». Там, пожалуйста, спиртное на любой вкус, любой, ну, самодан, дешёв. Мы остановились на ночь, выпили, легли спать. Утром встали с похмелья. Поехали. Смотря сколько выпили на ночь. Так что ночью ехать в это время очень опасно. Рано утром, и вот, ну, рано утром это до 7 часов, с 3-4 часов ночи. Съезда КПСС в жизнь. Может, слышали? А? Решение 25-го съезда КПСС в жизнь. Так чем тут Чаус? А я? Моя. ГОСТ. Один.
Можгинск, наверное. Сейчас мы и место 13-е. Свободно. Да. От Казани до Москвы свободно. 3 минуты. А до Казани? Ну, до Казани тоже, наверное. Сейчас я посмотрю. Мы где были? В Ангрузе, правильно? Сейчас в Машгат или нет? А, ну, во сколько? На маму голос повышаешь. Сдам тебе в его вешни. Схлопотала? Что без нее, понимаешь, собираюсь. Ее-то не одеваешь. Ты со мной ходишь? 12.03 осталось. Она твоя. Побегаешь лапками просто на улице. Вот так, да? Забыли тебя. Просто лапкой побегать, ну пускай побегать лапками. Чего я делал? Пойдешь? 3? 2? А, 3 минуты? Нет, наверное. Сейчас оно в Казани. Ничего, я курить бросаю. Пойдем, Видишь, маленькие оконца с целью экономии тепла. Как себе? И по качеству типа обслуживания. Игра обеда вот так себе. Ушла она. Я посмотрю на эту другую. Она вас не любит.
Орешки будешь? Почта России. Игрушки достанут. Поиграли чуть-чуть. Чего у меня есть? Мне кажется, мы под ее бы смогли покурить. Ну? Под ее смогли бы покурить. Сама же несет, я не села. Да, вот, тронули. Поехали. Мажга. Замуж надо. Ты что, я тут? Нет, мне завод добавить. Мои зайки. Первая собака, да? Нет, я в детстве была, я же маленькая. Что, я это в любовь отдалась. Когда сидишь, грустишь, она подойдет, или плачет, а ты сидел, говоришь. С собаками? В больнице лежала, они сами, конечно, так это все, потому что она ходила, а так стояла, все это. Витали, что это, ну, с операцией. Да все, что вот не плачет. А сейчас сколько? Дорога, да что ты? Понятно, на убой. Так, который плачет. Не понимаю, куда это будут. Запах, можно, кровь. Чувствует. Даже подростки трактор, когда они пришли, ну, сколько? Возить свежие, они уже понимают, не плачет. Ну, 13-20, и сейчас сколько? Сейчас через полчаса. Я думаю, что я собаку кушаю, когда живу, как я их оставляю.
Я дурила, я не могла, я прям... Я могу, не бывал, но тогда дай другую. Вот сейчас ты меняешь. Сейчас оставляю. А я кроверку уезжала. Зачем? Все дальше, да? Там нельзя было просто сказать, что это уже такая закрыта, там я вложу. Бурбонский? А? Бурбонский. Корея. А, Корея. Вот и это. Что с мамой? Я вот там приехала, честно, там не понимали, что говорится. Я помню, в операционный блок поехала, но еще первый раз, знаешь, такая ситуация. В операционный блок, там все внимание подрезали. Я накрасилась красной помадой, сделала прическу, лежу. А что такая красивая, как мало ли что, хоть красивая буду. У меня была часто по анестезиологу женщина, а собственно были мужчины. Я лежала, но не получается время, ничего там, мне что-то прокатилось. Я говорю, я такую руку положу, мне там уже эти штуки поставили. Я говорю, я вас вижу, я в сознании, для меня говорю, я отвечаю. Сколько времени? Точно. Сколько? 15 минут первого. Нет, у меня 15 минут, 12 минут второго. Ну, первого. У вас, значит, переезд на Берегино, у меня московская. 12 минут первого. Да, да. Не московская. У меня только стоит дело Куба. Наркоз перенос. Паша, мне не по вине больно, что ж не больно тоже. Я знаю, что я так вас держу, я не смотрю, я не сплю. Она второго не вгоняет, а мы уже, а знаешь, у меня одна рука так трясется, там на пальчики такое что-то проверяют. У меня все трясется, и я однажды смотрю, а мне ужасно больно, ваше место, у меня даже живот не вытягивается, меньше, да, и третий получается, я вот так в голову вообще. Я все хотел поймать этот момент, когда вот переход от Питерска, я не знаю, с часы надо было на столовой. Тренер так что показывает новые модели. 4 часа дня. Максим, что я сейчас не помню, да? Напрягаюсь. На нем почти 9 года. Открываю глаза. 4 часа ночи. Нет, там чисто получается, там уже это 20 делаю. Обычно девочка на кого там будет, а я не знаю, у меня вот это не на животе, девочки рассказали, там есть белый, и с гитаром тяжелая. Я этого не помню вообще. Потому что еще когда я говорила. Вот. Мне снова нужно там грязывать. Мне обсудила все никак было. Не знаю, что с этим делали. Прям синяя, можно так было переросили, но я говорю, вот что. И тут у меня синяя была, у меня не один ног было, все, прям, знаешь, как мало, уже подтеки. Знаешь, как будто у меня там синяя. Второй раз делали операцию тоже позвоночник укол. Эта часть поднялась. Тоже, конечно, состояние. Пытаешься там пальцами пошевелить. Бесполезно. Мысли пытаешься поднять, если это бесполезно. И вот представляешь, что в таком состоянии находится любимый. Первый раз глотал, мне очень не понравилось. А второй раз зондирование? Да, второй раз. Я зондирование ходила 2 часа, так в кабинет пошла. В смысле? Если есть ВДС, это на пару часов, это зондирование. Ты ходишь по кабинету, и щелочка откачиваешь? Нет, я не хотел. Вот сколько? 2-10 я ходила сколько сегодня по кабинету. Мне, значит, этот ПГС или как его, мне запихивают, а мне вот, ну, организм выталкивает или в какой-то. Ну, рвет под рефлекс. Да, мне первый раз не понравилось, но второй раз надо будет делать, я уже под наркозом, под общим наркозом. Пошел в платную клинику, мне этот, набрали шприцы, мутного какого-то раствора. Он белый. Да. Спрашивают, что, не первый раз, да? Я говорю, да нет, первый такой.
подожди, я с тобой брал. Я такой, ну давай, сейчас посмотрим. Я вас сейчас удивлю, будете вкалывать, а я не усну. Ага. Вкалывал, я такой, и ушел просто моментально. Просыпаюсь через, ну, через какое-то время, не знаю, сколько, 10-15 минут прошло. Просыпаюсь, посиди, не вставай резко. Я сразу встал, а мне начало, присел обратно. Спускаемся оттуда, куда приехал за рулем, а обратно не рекомендуется только за рулем ехать, потому что состояние, ну, как пьяного человека. Вот обратно с вами. Они накрыты. Все накрыты. Вот, а обратно с женой с ним. Там сложно. Его этот, да? А, ничего себе. Вот, сосед наш. Откуда? Ну, сосед там стали с 13 этажа. Она такая, сосед, ну думала, что я еще там по кайфу, потом после не знаю. И вообще этот сосед наш. Она думала, что я разговариваю с посторонним мужиком. Ну, здравствуйте, как бы. Чуть-чуть помучилась. Всю дорогу ехал за 4 часа до. 4 часа стало, конечно. Да. Без малого. Ага. Сейчас время сколько? Какая разница? 5 утра будет. Ты остановки выключил. Слушай, ну давай выкинем тогда тоже и моменты, когда я спал. Я же спал. Конечно. Наверху я был. Да, мне нравится вот тут вообще. Хорошо ехать из Владивостока. Ой. Хорошо мокро-то. А там вот окна надо. Точняк. Ой. Сколько стоил билет? 4. Я за 3 был. А это? У вас тоже 4, да, внизу? Да. Ну, я простой парень. Вот. Я не знаю, это на историка. А что вот так не выбрали? Да. Вот, не, вот на боковой машине. Серьезно? Я не знаю. Это брони-то стоило. Боковушки всегда дешевле. Я даже знать не знаю.
что, здесь дороже? Туалеты. Не уплачиваешь. Туалета вот здесь вот. Стоит так же, как и сверху. Вот тут ехать уже снова сдохнуть. Там бывает жуткий запах. И вот у нас уже школа. Не знаю, вот из Кина. Не, потом мы этот дорожка набежал. Но дорога все равно мало было. Еще можно вам перезагрузить? Да. Мы, по-моему, посидели на всех сидениях. А помню то, что я приехала, приехал парень. Воинская часть или зона? Боковушка? По-моему, так, зона. Говоря, вот так. Всю ночь, с часу до 6 утра, трахались в кровь. И орали. И не раз сказали, два сказали. Не стыд же. Какие. А он командированный, канал не было полгода. Ну, поехали на раз, украдили. Ну, понятно. Азербайджана замените. Да. Слушай, ну Али, такой президент хороший. Чего на него все гонят? Чуть погромче, говорят, просто. Честно, я даже не знаю, чего он плохой. Я вообще про Азербайджан ничего не знаю. Знаешь, что они половина в Москве. Половина в Подмосковье. Да. А там в Азербайджане не живут. Армяне. Уже сказал, что 35 тысяч, что ли. 35 тысяч. По всем Азербайджане? Наверное. Они по всему миру. Просто сосредоточены. Да, то ноги упираются.
Thank you.
Впереди опасный поворот. Ограничение 30.
Хотел показать маршрут.
самое, как это можно было пропасть членом. Я еду туда, конечно, спать. Thank you.